Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить в правах российское. Решение было принято на заседании в столице Южной Кореи, Сеуле. ВАДА посчитали, что РУСАДА все еще не соответствует Международному кодексу, хоть и проделала большую работу по восстановлению аккредитации. Данное решение было принято из-за невыполнения двух критериев – публичного признания выводов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о работе государственной допинговой системы, а также предоставления доступа к допинг-пробам, опечатанным в Московской антидопинговой лаборатории. Теперь стоит вопрос об участии РУСАДА в стартующих в феврале следующего года зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Между тем, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что этот вердикт напрямую не влияет на то, допустит ли россиян на соревнования. Об этом же заявил и глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.